Американский уголь по коррупционным схемам. Не успели в Украине разгрузить первую партию дефицитного антрацитного угля из Штатов, как вспыхнул громкий скандал. Генпрокуратура проверяет министра инфраструктуры, не нагрел ли руки чиновник на доставке антрацита. Чья компания выиграла многомиллионный тендер на перевалку угля и как это повлияло на его стоимость, об этом мы расскажем завтра в специальном расследовании подробностей.